удаленная разведка с Сирии, которую мы давно не проводили. Второй. В этом году второй, да? Да. Вот. Давно не проводили, с декабря прошлого года. Ну ладно, я шучу, да. Вот. И я всех поздравляю с тем, что мы пережили зиму, вроде бы. Зима была ужасная. Я подумал, что будет хорошо, если батальонная разведка, вот такая песня. Значит. Юра, громко очень, нет? Вот наконец-то весна ласково нам улыбнулась, пальчиком переведя стрелки застывших часов. Пылью прорезалась в снах наших замученных улиц, цифры подсветки включи старых моих адресов. Вот наконец и ко мне стали слетаться ответы в катках уютных теплиц. Громко цветут огурцы, пляшут на третьей струне чертики нового лета. В утлых скворечнях мечты свищут надежды скворцы. Это юноша апрель снова в классике играет, легким крылышком дождя отодвинув теплоту. И волшебная свирель, и звенящие трамваи, акварельные крыла расправляют на лету. Легкие струйки ручьев, легкие полы одежды, и над асфальтом летит легкие света слова, и напевает свое новая наша надежда. Жизнь все равно прорастет, как сквозь асфальт и трава, как сквозь асфальт и трава. Это юноша апрель снова в классике играет, легким крылышком дождя отодвинув темноту. И волшебная свирель, и звенящие трамваи, акварельные цвета расправляют на лету, расправляют на лету. Апрель. Ничего. Нормально слышно? Не громко. Вот. Ну а потом я так получилось, я полез в свои залежи и нашел целую папку таких вот старперских таких напевов. Ну, наверное, есть постарше меня люди, да? То есть я тут не самый старший, наверное. Но все-таки посвящается нам 50-летним старперам. Весенняя песня. Вот наконец наступила весна, девушки сняли штаны, и вожделения мужчинского сна стали открыто видны. В небе густом самолетик ведь жужжит, хочет под лес улететь. И разомлевшие бродят бомжи, и песни пытаются петь. Брокер и дилер идут не спеша, словно в индийском кино. Жизнь удивительна и хороша, бабки сгорят все равно. Я же ловлю колебания души, музы, флюиды ловлю. Ну-ка, сказал мне Господь, напиши этот сиреневый блюз.
Расцвела сирень повсюду, греет душу ароматом. Я, ребята, гадом буду, не могу ругаться матом. Солнце в небе, травка в поле, ветер бродит по траве. Расцвела сирень на поле в людном городе Москве, в людном городе Москве, в людном городе Москве. Я попрошу, дорогие мои, тихо закройте глаза. Сколько сирени еще предстоит, вряд ли кто сможет сказать. И не вернусь продолжавшийся день, буквы рассыпанных фраз. Этого года эта сирень будет цвести столько раз, будет цвести столько раз. И бесплатно целый день распускается сирень, оглушая ароматом нашу кровь. Телевизор пусть жужжит, победит, конечно, жизнь. Будет лето, солнце, море и любовь. Всех оставшихся. Вот человек встал, сейчас побежит. Нет? Хорошо. Нет, это уже заканчивается. Весенняя тема, значит. Еще одна. Вот у меня любимая женщина, ее зовут Екатерина Львовна, вы ее знаете. Она тоже, значит, ужалена этим болезнью этой, пишет стихи. Вот мы с ней ехали в машине, наступила весна, год три назад едем. Ну и вот московские, значит, пейзажи. Мы про эти пейзажи с ними писали стих. Я не буду его петь, а прочитаю просто. Весна. Ну, вы знаете, да. Весной, когда снег тает, все, что за зиму там накопилось, толще этого снега, оно все тайное становится явным. И вот морозы. Ты живешь в деревне, сейчас ты послушаешь, как хорошо жить в деревне. Отлично, я знаю. Весенний пейзаж называется, стихотворение. Слушай внимательно. Весна и зимние какашки на солнце весело лежат. Детишки, словно чебурашки, из лужев радостно визжат, а во дворах растаял снег, под ним машины проявились. И их владельцы, посмелев, в баранки радостно вцепились и понеслись куда-то прочь, сшибая радостно друг друга. Ничем уже им не помочь, не занесет их больше вьюга. И тихо тает желтый снег, под ним коричневый и бурый. И в струях бурных внешних рек под ним находят что-то куры, и оживляются бомжи. Романтика сердца их полны, и мест, где им пришлось пожить, куда-то прочь уносят волны. В пруду растаял свежий труп. Его менты багром толкают и возбужденно ожидают обсогревания синих губ. А рядом выборы идут. Нет-нет, о выборах ни слова. Мы скажем радостно «Зергут!» Пусть будет Дима вместо Вовы, ведь все равно придет весна. И отопление не нужно, и мы, восставшие ото сна, придем когда-нибудь на службу. Ну что? Сейчас, секундочку, мне что-то напомнило далекое забытое детство, прям про сегодняшний день. Там, ну, да. Был, там на юго-западе, гроза сегодня же была, да? Да. Ну вот то, что ты вот сейчас записал замечательно. Ну, ты, может, кто не знает, просто так, что люблю грозу в начале мая. Да? Да, знаете, да, дальше? Да. Когда весенний первый гром как долбанет и не сарая. И хрен опомнишься потом. Ну, да. Примерно то же самое. И без Димы, и без Бога. Да. Ну ладно. Дорогие друзья. Ну а так, конечно, мы всех хотим поздравить с 9 мая, потому что 9 мая нам встретиться не удастся. Вот. Враги, значит, нас откидают по нашей прекрасной столице. Вот. И я хотел
попеть свои старые любимые песни, посвященные этому празднику, вот, которые хочется петь вот только вам. То есть людям, которые... Вам не надо еще объяснять, люди все знают. Вот я сегодня съездил в город Жуковский, там провели фестиваль патриотической песни вот, с нашей помощью. И мне было ужасно приятно, когда они выходили, пили, они в доты не попадали, они из минусовок выбивались, но они так это делали, вот по-нашему, что я подумал, что не знаю, как в Москве, а в Жуковском точно жизнь есть. Все, кто русский, зовет родным, и в погоду, и в непогоду. Все мы родом из той войны, из огня ее. Все мы родом из-под Бреста и Панырей, из-под Ельни и Ольховатки. Все, чей род не успел сгореть в боевых броневых порядках, там они до сих пор лежат на высотках и в перелесках, продолжая свой фронт держать. Наши предки крутой замески, помяни его, помяни своего молодого деда. Всех нас общая вяжет нить. Всем мы родом из той победы, всем досталось поровну, и своим, и ворогам, пулями да порохом, тиграм да пантерой. И атака первая, слава беспримерная, звездочка фанерная, да любовь, да вера. Все, кто русский, зовет родным и в погоду, и в непогоду. Все мы родом из той войны, из огня ее. Все мы родом, пусть прибудет всегда с тобой. Правым будешь или неправым, наша сила и наша боль, наша вера и наша слава, наша сила и наша боль, наша вера и наша слава. Всем досталось поровну, и своим, и ворогам, пулями да порохом, тиграм да пантерой. И атака первая, слава беспримерная, звездочка фанерная, да любовь, да вера, да любовь, да вера. И такая кожа. Да, кошмар. Можно убавить, вернее, прибавить у вас на гитаре, тогда может быть. Не знаю. И убавить там. Там вы убавляете и прибавляете на гитаре. На гитаре прибавить, да? Нет, я просто. Ну все, уже не будет на вот. В этом году главным событием года является, конечно, 70-летие Сталинградской битвы, когда под Волгой столкнулись лбами наши с немцами и мочили друг друга долго-долго. Этим запретили отступать, и тем тоже. Вот, и я очень хотел написать что-нибудь такое настоящее про это самое дело. Вот, начитался книжек, купил, сейчас вот очень интересная книжка вышла про Сталинградскую битву, как там все это дело происходило. Вот, и автор все это дело перелопатил добросовестно, написал очень интересное вступление, красивое. Он пишет, как, что немецкая 6-я армия под руководством Паулюса была одной из самых лучших армий вообще во всем вермахте,
А Паулюс принимал участие в разработке плана Барбаросса. То есть человек был очень высокого уровня. Вот. И он недаром возглавлял генеральный штаб немцев. Вот. И эта армия наступала как паровой каток. То есть все попытки ее остановить заканчивались ничем. Вот. То есть они там всех мочили. Удавалось там ее где-то затормозить чуть-чуть, но она шла вперед и давила все, что было перед ней. Вот. Несмотря на то, что кругом было полно войск союзников, там кого там только и не было. Итальянцы, испанцы, там, румыны, ну все там были, каждый всякой твари по паре. Вот. И вдруг вот раз они остановились, вот, и надо было им уходить, они могли уйти. Наши даже не верили, что они там останутся, что они просто уйдут оттуда и все. Но вот они остались, и началась просто такая бешеная рубка, когда просто война на уничтожение. Вот. Ну и, а потом выяснилось, что у меня рядом со мной буквально, я жил в городке в маленьком, под Симферополем, военном, где мой отец был командиром части школы сержантов. У нас в школе был учитель труда Николай Михайлович Зимарин, которому было, ну столько людей не живут, на вид лет. Вот. И он никогда не носил ни орденов, ни медалей, ни колодок, ничего. Хотя он был ветеран Великой Отечественной войны. И вот однажды он напился вечером, вот, и нам рассказал, что он воевал под Сталинградом. В Сталинграде он воевал в самом старшиной роты. Ну чем занимается старшина роты, всем известно. Он выдает людям одежду, патроны, там, все, что можно выдать, роте он выдает. Вот. И вот он мне нам рассказывал, что он вечером, значит, ночью через Волгу переправляли, значит, людей и легкое вооружение, потому что тяжелое было нельзя переправить. Немцы все это дело взрывали, топили и так далее. Вот. А, значит, утром он этой роте выдавал, рота 250 человек примерно, 220-250 человек, выдавал им боеприпасы, паек, и рота шла воевать. Вот. А в конце дня приходило то, что от этой роты осталось, 15-20 человек. Вот. И так повторялось каждый день в течение вот 128 дней, которые шла Сталинградская битва. Так повторялось. То есть в его роте было примерно 5500 человек. Он там считал потом. Ему уже интересно самому стало. Сколько народу пройдет через роту. Вот прошло вот такая цифра. То есть это фактически целый полк. Вот. И как-то я вспомнил его истории. Мужик такой совершенно спокойный. Никогда не ругался матом, ничего не делал. А тут он как-то... Мы его, видимо, раскачали все-таки на 9 мая. И он нам начал там про все. И про партию, и про правительство, и про Родину, и про Сталинград, про это, про все. Ну и такая песня получилась. А Михалыч не спорил со мною. Он ногою водил по земле. Я, говорит, ребята, служил старшиною в Сталинградском железном котле. Там с утра пополнение в роте, 220 приходит ребят. Мне на них, по моей по работе, выдать хлеба, патронов, гранат. Им потом по развалинам топать, маскируясь ночною зарей. А потом по взводам, по окопам, на фашистского зверя вперед, а потом на машины гиверы, прикрываясь могучим ура. Вот и вся эта роты карьера, что пришла из-за Волги вчера, а потом длинным матом, кулаком по плакатам, где все эти солдаты, нам кричал старшина, я их вечером синим встречу черных и сиплых, два десятка от силы. Вот такая война. Там ведь падали целые стены, и бетон под ногами дрожал. Там не брали солдатушки пленных, просто негде их было держать. Там упавшие камни кричали, и растаяло солнце в пыли. Там солдаты не гибли случайно, там случайно лишь выжить могли. Вот такая вот песня
мне ждавали на 200, осталось их вместе 20. Мать-перемать, там какие секреты, соль, тушенка, галеты. А куда ж было это, после было девать. Мы его на 9 мая стали грамотою награждать. Мы, Михалыч, тебя уважаем, ты для нас настоящий солдат. Он ответил: ребята, не надо, я от чистого сердца прошу. После этого вот Сталинграда я наград никаких не ношу. На гармошке полночи фигарил он за роту в 3000 солдат. Николай наш Михалыч Зимарин, старый школьный учитель труда. Николай наш Михалыч Зимарин, моей юности суперзвезда. Ох, ребята, ребята, вы же учитесь в 5-м, вам же тоже в солдаты, где без слов под приказ ты воюй так, как можешь. Но не дай тебе, Боже, чтобы было похоже, как все было у нас, как все было у нас. В этот праздник всей державы мысль сияет между глаз. Сила есть у нас и слава, а не только нефть и газ. В этот праздник так похоже теткам всем и мужикам, что у нас есть вера тоже, а не только УПК. Знаете, что это такое, да? Уголовно-процессуальный кодекс, товарищи. Он напоминает, братцы, в Бонне и на Колыме. С нами надо бы нас считаться, а не только нас иметь. В этот день поет природа, жизнь сияет огурцом, и советского народа улыбается лицо. И папаша, и мамаша водку льют на колбасу, и на бумерах все наши ленту гвардии несут. В этот день ликуют души и в плацкартом, и в купе, и от Переса до Буша поздравляют ВВП. И с утра до самой ночи отмечают он и я, как мы Запад круто очень по буквально всем статьям. Пусть они в бессильной злобе вертят властелин колец. Помним мы, как в 45-м всем им наступил звездец. Пусть у них там Мерседесы, Сименсы, Жульен Бинош. Мы им всем не русским бесом засадили все равно. И повсюду повсеместно флаги красные висят. Мы нальем себе по 200 или по 250. Похлопайте, пожалуйста. Вот. Такие политически некорректные стихи. Запишем, да? Миша, все пишется, да? Весь этот кошмар. Вот. Уходит на запад, дорога прямая, сквозь все повороты российской судьбы. 9 мая, 9 мая, похоже на небо, но все-таки пыль. 9 мая, 9 мая, похоже на небо, но все-таки пыль. Где плавает Тола, сгоревшего запах, где всей нашей жизни начало начал. Они, наши деды, ходили на запад, и их этот запад цветами встречал. Они, наши деды, ходили на запад, и их этот запад цветами встречал. А в небе струятся густые гуаши, и запахи лета летят над водой, и смотрят оттуда дивизии наших веселых, красивых и юных дедов. Они мессершмитты винтами мочили, и провод в зубах перед смертью зажав. Они научили, весь мир научили себя уважать и страну уважать. Они научили, весь мир научили себя уважать и страну уважать. Лишенные смертью последнего права по заднице громко отшлепывают нас, и мы потихоньку меняем их славу
на тапки китайцев с клеймом Adidas. А мы потихоньку меняем их славу на шины китайцев с клеймом Adidas. И пусть эта мысль там кого-то тревожит, пока сохранится хоть капля пути, мы этой дорогой когда-нибудь все же, когда-нибудь все же, но сможем пройти. Мы этой дорогой когда-нибудь все же, когда-нибудь все же, но сможем пройти. Уходит на запад дорога прямая сквозь все демократии нашей судьбы. 9 мая, 9 мая, похоже на небыль, но все-таки пыль. 9 мая, 9 мая, похоже на небо, но все-таки бы, но все-таки бы, но все-таки бы. Вот. И чем дальше в лес, тем больше, конечно, вот, фильм замечательный «Властелин колец», в котором очень красиво показано западное видение жизни на нашей замечательной земле. Там вот вы помните, да, там эльфы есть с ушками такие красивые, там люди есть такие все замечательные, эти есть маленькие мохнатыми ногами ходят такие, вот, а есть орки и гоблины. Только я не знаю, Николаевич, мы кто с тобой, гоблины или орки? Я думаю, что скорее всего мы гоблины. Десантников зовут гоблинами, звали, насколько я знаю, в Чечне эти самые духи. Бандерологи мы с тобой, да? Николаевич, бандерологи. Ну, не знаю. Вот. Пришел к да, и тут раз. И тут такие все красивые там ходят. Вот. А тут такая орда высаживается, у них там мечи такие прямоугольные с крючком на конце. И сами они из земли вылазят. Такие все смешные. Вот. Но вот, к сожалению, крайний раз, когда произошло столкновение вот этих всех эльфов с нашими, наши победили. Хотя, конечно, вот сейчас много литературы появилось, в которой написано, как все было на самом деле. Очень рекомендую почитать крайнюю книгу Драбкина, которая называется «Я воевал в СС и Вермахте». Там воспоминания живых ветеранов, которые, ну, немцы, он же все время брал интервью у наших. Я дрался на Т-34, если вы не читали, дорогие друзья, то жизнь ваша прошла зря. Вот. Вам надо сегодня же купить вечером, сейчас вот концерт закончится, магазин на Полянке работает до 10 часов. Да. Ну, завтра купите. Вот. Артем Драбкин, у него порядка 20 книг уже сделано, когда он берет интервью. Это, причем этот проект начинали англичане. Они ему заплатили денег за то, что он будет брать интервью у живых ветеранов Великой Отечественной войны. Они ему будут рассказывать, как все было на самом деле. Вот. И потом издательство «Эксмо» это дело все напечатало. И когда я первый раз читал книжку, я дрался на Т-34 5 лет назад. Я просто забыл обо всем. В туалет забыл ходить. Видите, это же так интересно это все. Гораздо интереснее, чем все Акунины и Маринины вместе взятые. Вместе с господином Чхартишвили. Я правильно фамилию назвал? Да. Ну, не важно, да. Вот. А сейчас он начал совсем другую эпопею в жизни советского народа. Потому что у нас же было принято, что немцы это такие совершенно неземные существа, злодеи и все такое. Неживое, это что-то такое неживое, какая-то биосубстанция. Вот, да. А сейчас вот он написал книгу, он взял интервью у этих самых, не он точнее, а его люди по его указанию. Вот. Живые немцы, оставшиеся в живых после Великой Отечественной войны, 6 человек. Я читал, там четверо из обычных, из вермахта, и двое из Ваффен-СС. Вот. Они рассказывают, как все это происходило с их стороны. Ну, конечно, они были все в плену, и они рассказывают, вот как человек, который побывал в плену в русском. То есть они стараются сгладить всякие углы, они там себя показывают как-то красиво. Вот. Ну, то, собственно, как должны показывать себя проигравшая сторона. Что мы белые и пушистые, ну так вот получилось. Лучше показывать, чем выигравшие. Ну да, чем выигравшие. Выигравшая сторона, понятно. И одет приличный. Убийцы, насильники и все остальное. Вот. Но очень интересно, я вам всем рекомендую, вот после этих книжек, конечно, все, начинаешь историю изучать заново. И плюс на это дело наложилась книжка, как сейчас вот есть серия книг, которую написала замечательная женщина из города Санкт-Петербурга. Ну, вы знаете, да, что последние, сколько лет его? 10 лет, все хорошее у нас идет в жизни из Санкт-Петербурга. Да, вот, я там учился, поэтому я имею право так говорить.
Значит, есть такая Елена Прудникова, вот, которая написала серию книг, посвященных самой интересной истории нашей, это сталинизм и все, что с ним связано. Кто там что делал на самом деле, как все это происходило. Вот, сейчас я читаю про начало войны. Ребята, Акунин вообще спит. Акунин вообще умер. Лежит в гробу, его сверху засыпали 8 метрами этого самого грунта. Потому что там так все интересно, на самом деле, оказывается, было. Вот. И я вам всем рекомендую, в интернете все это есть, можно скачать и почитать. Вот. И совершенно по-другому уже все воспринимается, потому что я вот всю свою сознательную жизнь жил с твердой уверенностью, что у нас были ужасные репрессии, когда, значит, сволочь Сталин усатый вместе с Берией, значит, взяли ни с того ни с сего и перестреляли лучшую часть русского народа. Понимаешь? Оказывается, все было совсем по-другому. Вот. Там были другие люди. Во-первых, не русского народа, а во-вторых, не лучшую часть. Всех там, всех перестреляли. Вот, да. И, а почему они это делали? А потому что вот они были моральный урод. Оказывается, все было совсем по-другому. Интересно, что про нас напишут. Вот. Лучшая часть русского. Ну, неважно, да. Стрелять на да. рассвет. Поэтому вот, да, сейчас. Значит, я полчаса еще попою. Ты учти. Осталось 31 минуту всего, а потом тебе придется. Вот, и поэтому история Великой Отечественной войны, дорогие друзья, это такое белое пятно в сознании большинства людей, вот, в котором очень много вещей есть, когда мы просто не знаем, как все происходило на самом деле. Ну, самое главное, что, вот, что из этой войны все мы с вами появились. Вот, потому что, конечно, то, что было до нее и то, что было после, это совершенно две разные страны. Вот. Ведь Германия — это действительно великая страна, в которой были реактивные самолеты, были серийно производились, в которой практически сделал ядерное оружие, в которой было два ядерных реактора в 1944 году. Вот. В которой люди воевали автоматами Калашникова с 1943 года фактически. То есть они придумали вот эту систему, укороченная гильза, 1943 года они стали это, МГ-43 сделали, и вооружили там, мужик пишет вот в этой книжке, один из тех, кому эти оружие прислали, батальон вооружили МП-43, и они сказали, что нам пулеметов не надо, потому что у нас такая плотность огня получается, что... Но потом им все-таки эти пулеметы дали. Штурмовой автомат подал. Ну, МГ-43, вот этот, который, из которого потом очень, сделали Калашников. Очень похож на Калашников, да? Да, из которого потом Калашников произошел. Потому что суть-то одна. Промежуточная эта гильза, то есть не пистолетная и не винтовочная. Вот. И это все сделали немцы. Вот. И ведь почему? Почему они? Они просто воевали это так, как положено воевать. Я когда вот сейчас читал этих ребят, такие же самые категории, как у современных наших людей. Те же самые понятия, те же самые слова примерно. Вот. И вот, и вот эту потрясающую совершенно военную машину наши с вами немытые родственники, нечесанные. А совсем недавно, кстати, здесь находится отряд «Победа», в этом, здесь в орбите живет. Я встречался с мужиком, который вместе с ними копает. Мужик купил у американцев аэрофотосъемку 41-го года на территорию возле Зубцова. Очень интересно. И вот там, знаете, там позиции снята позиция, немецкая позиция и наша. Немецкая позиция – это ротный, батальонный опорный пункт, траншея кольцевая, позиции всякие там выровнены. Нет, спирали не видно, не понимаешь. То есть траншеи, в которых видно, вот здесь пулеметы, здесь минометы, вот здесь там еще что-то такое, да. А наши позиции я не нашел. А потом он мне показывает, это просто сеть одиночных ячеек, Николаевич, которые самолеты даже плохо видно. Вот, говорит, вот наша линия фронта, передовая. И без связи. Вот, понимаешь? У них там видно, вот у них тут отхожие, вот у них длинная траншея в тыл идет. У них там сортир. Они по этой траншее бегают в сортир. Вот у них тут блиндажи, вот они тут, здесь вот это, вот это. Вот, вот здесь, по-моему, говорит, вот здесь вот захоронение массовое, здесь надо копать. Вот. А с нашей стороны, в тылу, в дальнем, длинная траншея, там штаб оказывается. И штабисты заставили бойцов откопать для себя траншею. Значит, а бойцы на передовой сидели в ячейках. Понимаешь? До пояса. Вот, а я вот еще горжусь тем, что меня приняли в отряд «Победа», который здесь базируется, которым руководит ветеран афганской войны Серега Щербинин, подорвавшийся на собственной мине. Они разминировали поле, разложили мины,
А поскольку устали, было жарко, он щупом оперся на мину. Ну, мина взяла и взорвалась. Дальше Щербинин говорит, я говорит, вижу, как я отделяюсь от тела, лечу, смотрю, тело мое лежит, кругом люди бегают, меня, значит, реанимируют. И я подумал, что вот как хорошо, значит, легко, я лечу, хочу туда, хочу сюда. Потом думаю, блин, сестра будет плакать, и мама будет плакать, папы у него не было. Думаю, нет, надо обратно возвращаться. И обратно в тело залез, и мне стало жутко больно, ну, у него всю правую половину, значит, разорвало, у него глаз вышел, а все это происходило, он нам рассказывал, мне это все, в автомобиле Opel, мы ехали с ним, с раскопок, вот, и он мне говорит, посмотри, что там сбоку, я говорю, а ты что, не видишь? Он говорит, нет, у меня правый глаз отсутствует. Ну, десанты наши, десанты, вот. И вот, Серег Щербинин, я ему хочу посвятить вот эти песни. Потрясающий совершенно отряд, потрясающие совершенно пацаны, молодые, вот, которые просто в свое летнее время едут в лес и лопатками выкапывают нашу с вами жизнь. На глубине 80 сантиметров под городом Зубцовым лежит, продолжается Великая Отечественная война, товарищи. То есть там лежат бойцы и командиры, у которых нет медальонов, вот, которых невозможно опознать. И мне посчастливилось одного из этих бойцов откопать. Совершенно случайно. Мне потом Щербинин, который все знает, он мне сказал, что он тебя сам нашел. Просто мы шли по лесу, я тыкал щупом туда. Со мной сразу парнишка смотрел на меня, как на идиота. Большой дядя забавляется. Я говорю, а что должно быть? Он говорит, должно там что-то зашуршать. Ну, я говорю, вот шуршит. Он говорит, ну копай. Ну, я как экскаватор начал. Ну, и откопали мы бойца, у которого был медальон. А в медальоне было, ребята, вот тоже Акунин отдыхает. Что было в медальоне, как вы думаете? Да ты знаешь, с тобой неинтересно. Пёрышко было, в котором пишут, в чернильницу макает. Понимаете? То есть человек свою жизнь ставил ниже, чем пёрышко остальное, которому он писал. Вот. И все это дело у него было не в сумке полевой, да, не в каком-то там планшете, да, а у него это все было в валенках. В валенках. Когда до валенок докопались, они мне говорят, тише рой, а то у него сейчас в валенках все его богатство будет. Вот в валенках у него было два карандаша, вот таких вот красных, ложка, расческа, все зубы целые, и медальон. Когда медальон откопали, у всех затряслись руки, потому что они там за месяц, они за сезон выкапывают 300 человек, примерно 400. У этих 400 человек примерно, слава богу, есть один человек, который еще это не слышал. Вот. 20-30 медальонов всего есть. А прочитать удается всего 3 или 4. Вот. И вот мне повезло, я медальон нашел. У меня все, естественно, задрожало, все упало на пол. Ну, вы знаете, да, у мужчины тоже это самое есть. Оно выпадает, когда вот так вот происходит. Вот. И мужики мне говорят, да ты не волнуйся, сейчас давай откроем. Открыли, а там перышко лежит. Вот. И вот мы его, значит, в мешочек все кости положили аккуратно и отвезли. И предали земле согласно уставу внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации. В августе месяце потом у них захоронение. Вот. Они находят несколько человек, как правило, с татарии. Приезжают их родственницы, женщины, вот такого роста женщины, белых платков. У них травы белый, белый цвет. По-русски вообще не говорят. Но у них такие лица, у них такие глаза. Они же не пьют. Они же едят баранину, понимаешь? Поэтому они сохранили человеческий облик. И вот когда человеку 80 лет, это сестра вот того человека, которого вот мы откопали, да, и он на тебя вот так вот смотрит. То есть это вот. Они выходят из лицов. От рубежей когда-то важных, из перелесков и высотки смерть застала их однажды, костями выщербленных рук, металлом скрученным пожарищ, они тебя за щуп берут, я здесь, копай меня, товарищ. Уходит в глину острие, сквозь дни, месяцы и годы, и вдруг почувствуешь ее, войну советского народа, когда на утренней заре ты пояском снарядным медным, ты должен быстро умереть за нашу общую победу. Лежит гвардейский батальон без героизмов и парадов, и будет черный медальон твоей лучшей наградой. И раскрываешь, не дыша, его рифленую головку, а вдруг внутри твоя душа, не перешедшая в винтовку. А он не снился третий день. Вернее, снился третью ночь. Сперва я думал, дребедень, и отгонял видение прочь. Но в свете утренней зари
плеснуло в душу кипяток. Он просто тихо говорил: ты откопай меня, сынок. Лопатка, фляга, вещь, мешок и две гранаты РГД, сосенки, ствол, карандашом, а рядом с ней мой юный дед, пропавший без вести войну, пробелом между страшных строк, ко мне ладони протянул. Ты откопай меня, сынок. Мне Бог послал хороший день, и электричку, и такси, и взгляды сонные людей. Помилуй, Боже, и спаси. И я как будто бы здесь жил, узнал окопчик под сосной, и вдруг ночные миражи сплелись в видение одно. И старый каски, ржавый бок, а лезвие заскрежетал, и в руки мне подземный ток потек сквозь выцветший металл. И я увидел взрывы мин, и я почуял боя злость и диких трассеров огни, меня пронзившие насквозь. И замер ветер в вышине, и время свой прервало бег, и я почуял, как ко мне подходит сзади человек, ладонь кладет мне на плечо. И улыбнуться я не мог, и налетело горячо. Спаси Господь тебя, сынок. Поиски потерянной памяти, поиски потерянной жизни, слишком непростое занятие, если это делать всерьез. На страны расстеленной скатерти снова кровь пролитая брызнет. Выдержишь ли ты испытание? Сам себе ответь на вопрос. Сам себе ответь на вопрос. Спаси Господь тебя, сынок. В душу холодом дунет, жизнь со смертью край. 22 июня, 4 часа утра. Стены державы советской от взрывов снаряда дрожат. В аду говорят по-немецки, грешников им не жаль. Брест и Харьков и Киев, Ельня, Зубцов, Сталинград, Панцерваффе лихие, в небе Люфтваффе град. Кто там считает потери? Некому их считать. Вырваны окна и двери, крышка вам, ваша мать. Кости ломаются с хрустом, ад или не ад, а бред. Слишком уж много русских, не успевает сгореть. Разных веселых, грустных, мамок, детей, солдат. И говорить по-русски уж начинает ад. Солнышко ярко осветит цели ползущих толпу. Возьму поправку на ветер и надавлю на спуск. Башня взлетает с хрустом из океана огня. В аду говорят по-русски, немцам тут вряд ли понять. Нам, мы же прошиты железом, нам уже смерть не беда. Мы же из ада лезем к вам на землю сюда. И я сразу спою вторую песню. Вот так, Юр, получается, вот такой «С того света», «Привет с того света» называется. Про Т-34, который в болоте пролежал 60 лет. Вот, в Кубинке он находится. Я вам советую туда съездить. Там есть замечательные, там много замечательных машин есть. И в том числе там есть удивительный танк, который называется «Снайпер». В 2002 году его вытащили из болота под Псковом, где он пролежал 60 лет на боку в болоте. То есть бригада шла на фронт воевать, и поскольку тогда не было ночного освещения, сами понимаете, вот, они заехали мимо Гати и попали в болото. Танк утонул, экипаж успел выскочить. Вот, и вот через 60 лет его вытащили из болота, значит, выгребли из него ил. И я в нем посидел некоторое время. Мне так прорубило меня, особенно запах солярки. Директор музея Вова Рыжов. Я говорю, вы что, его заправляли, что ли? Он говорит, не, говорит, это вот та солярка 42-го года. Я вот сижу это и нюхаю. Вот. Совершенно потрясающее ощущение. Но не это, сами понимаете. Вот. Мне это приятно. Мне это интересно рассказывать, потому что вот такие люди, которым не надо ничего объяснять, вы все сами понимаете.
Вот. Ну и вот, я извиняюсь, там неформальная лексика, у нас детей нет. Ну, Александр Моисеевич сказал, что неформальная лексика лучше. Лучше обойтись. Нет. Александр Моисеевич сказал, что можно. Потому что, вы знаете, вот страна Россия, в ней главное качество терпение, оптимизм. Оптимизм только неформальной лексикой достигается, по-моему, в некоторых случаях, по-другому никак. Я извиняюсь, конечно. Танк из болота. На боку был написан снайпер кривыми белыми буквами. Вот. Потом они его, значит, почистили, заменили двигатель, и он стал ездить. Вот. И этот самый Максим Коломеец. Он ругается матом про этот танк, когда ему говорят, потому что, говорят, у него там ходовая часть вся проржавела, и она сломается просто. Но он вот ездит. Но он не каждый день, конечно, ездит. Он у них в ангаре стоит там. Но они его заводят, он периодически выезжает, езжает. Вот там триплексы из желтого стекла. У них там, поскольку это было в Сталинграде, сделано в 42-м году, когда резины уже не хватало. У него 5 катков с каждой стороны. Резина только на двух снаружи. А все остальные катки, они больше диаметром, они сделаны полностью из железа. Вот. То есть танк был сделан из массового героизма, поскольку остальных деталей не хватало, цветных металлов. Меня подцепили за оба крюка, расклеила веки трясина, и я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И время мое побежало опять, как будто вчера заводили. И снова услышал я, ёб твою мать, и понял, что мы победили. И понял, пожить мне еще предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами, братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы из всей из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжег меня пушки, немецкий расчет, и тигр меня не искалечил, меня не расплавил товарищ Хрущев в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой сегодняшним людям подарки. Вы можете запах глотнуть боевой моей краснозвездной солярки. Залезьте, не бойтесь испачкать штаны в крови и солярочной прели. Почувствуйте кожей дыхание войны, на чем ваши деды горели. Я брошенный в землю военный посев, я памятник сгинувшей роте, и мирная техника прет по шоссе, поскольку я был в том болоте. Я с пушкой, торчащей наискосок, для вас непонятен и страшен, соляркою пахнущий правды кусок истории Родины нашей. Что я уцелел, экипаж виноват, да наша родная природа. Я танк, я убитый советский солдат второго военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат второго военного года. Я дед твой убитый воскресший солдат второго военного года. Ну вот. Ну, дорогие друзья, завтра в жизни советского народа произойдет очередное праздничное событие по-настоящему. Потому что завтра состоится презентация двух крайних книг, написанных Сергеем Владиславовичем Козловым, которая называется «Спецназ ГРУ. Энциклопедия». Вот. И все, у кого есть время, я приглашаю завтра бесплатно в Дворец культуры Зодчий, улица Партизанская, дом 23, метро Молодежная, где будет означенная книга презентоваться в 7 часов вечера. Вот. Никаких сверхъестественных вещей там не будет, то есть там не будет Аллы Борисовны, Филиппа Бедросовича, ну и остальных представителей сексуальных большинств уже. Юр, вы знаете, мне сказали, что вот те, кто любит женщин, они уже стали сексуальными меньшинствами в России.
Вот, да. Да. Но зато там будут нормальные люди, которые воевали в спецназе ГРУ. Вот, Сергей Владиславович, вы знаете, это замечательный человек, который там в 173-м отряде воевал, 22-я бригада Аксайская. Отряд уже ликвидировали, бригада еще жива, слава богу. Вот, он сделал первый результат, это Кандагарская бригада, кто знает, на следующий случай напомню. Вот, и он, в настоящее время Сергей Владиславович, значит, он написал, я подготовился к завтрашнему мероприятию, то есть я сейчас, вот, значит, Сергей Владиславович написал в общей сложности 12 книг, в общем тиражом 50 тысяч экземпляров, которые были выпущены, пишет он примерно уже лет 15, вот. В том числе две книги спецназ ГРУ, первая и вторая, значит, книги, две книги байки офицерского кафе, вот, и, значит, шесть книг, энциклопедия спецназа со времен, вот сейчас крайние две книги вышли, это со времен допетровских еще и вот до наших дней. Великая Отечественная война, первая с Наполеоном, когда там он описывает, кто воевал, как воевал, вот, кому принадлежат все лавры на самом деле. Вот, ну, вы знаете, что человек, какая фамилия, такой человек, да? Вот у него какая фамилия, такой сам товарищ Козлов, у него кличка еще Козлевич. Вот, то есть его можно убедить, конечно, но я пока таких людей не видел в чем-то своем. Если он уверен, то он до последнего, значит, отстаивает свою уверенность. В настоящее время он работает главой администрации муниципального района Кунцево. 144 тысячи человек, 66 400 гектаров и плюс две новые территории мы сейчас вручили. Рублёва и что-то еще. Вот, да, и вот, значит, завтра, причем он продолжает оставаться нормальным человеком. Вот, мы вчера с ним обсуждали, как все это делать. Вот, в общем, все будет нормально. Ну и поэтому я хочу примазаться к Морозовской славе. Пожалуйста. И спеть несколько песен, посвященных славному периоду жизни советского народа, который называется Афганистан. И первая песня, посвященная Козлевичу. А сам Козлевич дослужился до высокого звания майор, потом уволился. Вот. Но он воевал по-настоящему. Ну, вы знаете, да, спецназ ГРУ, это когда людей высаживали за 200 километров от ППД. Вот. И как говорил Карен Тарирадиев, Карен Михайлович Тарирадиев, что вот все, что у меня есть, тем и воюем. Много-много патронов и немножко еды. Вот. Но зато ни одной войны не проиграли, а зато теперь слово «спецназ» пишется на английском языке в русской транскрипции. Потому что это спецназ. Козлевичу посвящается эта песня. Дымит забитый караван, ствол остывает перегретый, лежит вокруг страна Афган, в которой, блин, сплошное лето, а за холмом гудит броня. Забрать на базу результаты, и так все славно у меня, и целы все мои ребята. Вот история, в общем, несложная. Есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. Сюжет был грустным у кино, смотреть не хочется, но надо. Это уже Чечня. Зеленки возле Ведено, колонна наша и засада. Афган, да вот наоборот, их пули на моем металле. Да спас дороги поворот, и результатом мы не стали. Вот история тоже несложная, их идея, да мой результат. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все просчитать. Пусть у духов там грусть невозможная, что сумели не все просчитать. На стойке офиса в пыли
играет солнце отражение, и вентилятор шевелит бумажки лопастей движения. Я покурю и помолчу, и жизнь идет, и я не старый, и память снова подлечу. А результат у Кандагара, где история вышла несложная, и идея, и был результат. Жаль, что мирная жизнь невозможная, невозможно в ней все просчитать. Жаль, что мирная жизнь слишком сложная, слишком сложно в ней все просчитать. Дымит забитый караван, сюжет был грустным у кино, на стойке офиса в пыли. Вот, ну, всем сидящим в зале, собственно говоря, песни посвящается. Вот, ну, еще одну песню я хотел спеть. Под конец, две точнее песни. Николаевич, прости, пожалуйста, сейчас я уже практически заканчиваю. Не торопитесь. Любимая песня группы «Музыкальный десант», которая была исполнена в прошлом году на фестивале памяти Валерия Грушина, когда к нам приехали замечательные руководители города Самара, депутат Александр Хинштейн. Ну, естественно, сразу к ним бросились все с бутылками и стали их, значит, наливать им, беспрерывно выпивать. Вот. А Рома Комаров зажал Хинштейна в углу и долго ему объяснял, как нужно любить Родину. Вот, я сразу убежал от этого дела. Да. Ну, а потом, после этого всего, веселая команда. На Грушинском фестивале сейчас, на Мастерковских озерах, 18 сцен, ребята, всего сейчас. Вот. 18. Вот. Они пришли, естественно, к нам. У нас сцена называется, официально сцена называется «Сцена экстремальных профессий». Но так мы и называем «Сцена победы». То есть это для военных. Вот. Хотя, в принципе, военные — это тоже экстремальные, это действительно экстремальная профессия. Вот. А отношение к военным, которое за последнее время сильно изменилось по сравнению с 60-ми, 70-ми годами прошлого столетия, то жизнь военного стала экстремальной. Ну, сейчас, конечно, когда зарплату получают люди хорошие, тут нормально все. Вот. А когда мы выполняли боевые задачи и получали зарплату меньше водителя трамвая, вот, это было совсем экстремально, о чем написано в одной из наших песен. Вот. Ну да, ну и да, и дальше под воздействием, значит, алкогольных напитков, находясь, наша славная команда пошла исполнять свой воинский долг на главную сцену фестиваля памяти Валерия Грушина. Ну вы знаете, да, там такая плавучая гитара. Ну, мы вышли, спели две замечательные песни. Кошмар. Да, Лида Чебоксарова сказала, что она будет брать у нас пробу на алкоголь, когда в следующий раз будет выпускать на большую сцену. Если там будет больше 2 промилле, она нас не выпустит. Вот. Но мы не виноваты. Я честно, я не виноват, честно. Во-первых, я отдал свою куртку Фетисову с Питера, думаю, самарская. Он сам офицер бывший. Вот. А сам пел в майке. Хотя это на самом деле неправильно. Вот. Потому что к сцене нужно иметь уважение. Вот. Но у нас там было много, мы все были в форме военной. Вот. Ну и самое ужасное, конечно, то, что воодушевленные бойцы, вот, под воздействием, значит, водку пили из каски, пробитой немецким осколком, наливали и пили. То есть сначала там спрашивали, протирали ее ничем, потом уже ничего не спрашивали, просто говорили, где бутылка, где там принесли это самое, такой баллон. Кошмар. Вот, и потом, ну действительно, и воодушевленные люди начали орать в словах песня «Люба, братцы, Люба», и получился, конечно, ужасная вещь. Я потом смотрел запись со стыдом. Вот. А первая песня, я ее сейчас спою. Я внимательно смотрел, когда мы ее пели, внимательно смотрел на мэра города Самара, который с нами вместе вышел петь, и Фетисова. Они все пели, они внимательно слушали. Там запев поется одному, один поет, а припев поется хором. Песня посвящается 9 мая. Замечательная традиция, которую сейчас советский народ придумал, когда на автомобилях, сделанных во всем мире, 9 мая привязывается маленькая, красивая,
черно-оранжевая «Матейская лента». Финал простоты с красотой, текущего символ момента, над мерса немецким бортом трепещет гвардейская лента. Хором. Над мерса немецким бортом трепещет гвардейская лента, прицепленная поутру над Крупповской бешеной сталью. Трепещет она на ветру, пронзая столичные дали. Трепещет она на ветру, пронзая столичные дали. Над Опелем и БМВ, над Кайзером, Сименсом, Бошем, над жизнью в столице Москве, что ганс так и не укокошил, над немцем и над москалем, таджиком, хохлом и евреем, над гумом, ашаном, кремлем, гвардейская ленточка реет. Над гумом, ашаном, кремлем гвардейская ленточка реет. Пусть жизнь наша ёрш твою медь, то красным, то белым, то синим, фашиста никто не сумел, сумела одна лишь Россия. Хлопаем. Фашиста никто не сумел, сумела одна лишь Россия. И пусть мы больны головой, и чужды нам разум и жалость, от славы моей боевой хоть ленточка эта досталась. Финал простоты с красотой, текущего символ момента, над мерзо блестящим бортом трепещет гвардейская лента. Над мерзо блестящим бортом трепещет гвардейская лента. Над мерзо немецким бортом трепещет гвардейская лента. Кто первым стал, того и будут тапки. Вот жизнь и обаятельная суть, лишь маленькая звездочка на шапке мне лучиком указывает путь. Купил журнал «Солдат удачи», последний, крайний номер. И там парень из Адона, и у него, ну вы знаете, у них оранжевый берет, и у офицеров, и обязательно советская кокарда. Конечно, в мире все решают бабки, и знаем мы конкретно, что почем. Но маленькая звездочка на шапке мир освещает тоненьким лучом. Но маленькая звездочка на шапке мир освещает тоненьким лучом. Осколочек времен тоталитарных, где жизнь была на диво хороша, избытия частиц элементарных, из коих наша собрана душа, не верящая в быстрый крест на пузе и в то, что день вчерашний только тьма, родившаяся все-таки в союзе любви, веры, чести и ума. Я октябренком был и пионером, уж вы простите, как кому везет, моей наивной бестолковой верой последний маленький оплот. Я никого, друзья, не укоряю, как уроженец этих самых мест. Я просто тем друзьям не доверяю, кто быстро поменял ее на крест.
хранится в ней назло названием новым, что родиной считалось для меня. Узбекистан, Армения, Молдова, и Крым, и Украина, и Чечня. Над нами жизнь свирепствует, как водится, кому-то по лбу, а кому-то в лоб. Но я уверен, все же распогодится тем, кто сберег лучей ее тепло. Тем, кто сберег лучей ее тепло. Под нею совершали мы победы, и вражеские били миражи. Под нею моего прервалась, деда, коротенькая воинская жизнь. Конечно, в мире все решают бабки, и знаем мы конкретно, что почем. Но маленькая звездочка на шапке мира освещает тоненьким лучом. Но маленькая звездочка на шапке мир освещает тоненьким лучом. Концерт, демонстрацию не будем. Рассказ ветерана. Рассказ ветерана — это да. Что может быть, мы воевали, не а или мы этих мостов я полку и по разведке. Господи, я уже 5 минут пою сверх нормы. Я спою, давайте, две крайние песни, в том числе свою любимую песню про московское ополчение. Потому что, конечно, наша страна — это страна чудес. Мы говорили, что, конечно, вот эту войну мы должны были проиграть, потому что против нас воевала вся Европа, сытая, обутая, воевала с 9 утра до 6 вечера. Вот. И немцы проткнули Польшу за 2 недели, Францию за 3 недели. Вот. И ничего с ними никто не мог сделать. На 22 июня в Великобритании было 82 танка всего на континентальной территории. Вот. И все. И вот самое первое чудо случилось, когда немытые, значит, необученные, невооруженные люди под Москвой зимой 41 года остановили вот эту машину. Вот. И вот сейчас вот я читаю книжки Прудникова, и там написано очень замечательные, интересные совершенно вещи, которые в голову прийти не могли. Что главная задача, ведь Сталин был не дурак с Берией. Они понимали, что такое вермахт и что такое Красная Армия. Полувоенная организация, в которой был полный бардак. В 40-м году там приводится акт приема Красной Армии. Сначала был главком у Ворошилов, а потом сделали Тимошенко. И вот Тимошенко принимал, 7 месяцев принимал армию. Потом написал, он и принял, естественно, он написал потом отчет. Это кошмар. Все элементы, во всех элементах все плохо. Начиная со связи, управления, организации учебы, организации боевой подготовки и все остальное. Получение новой техники, овладение новой техникой. И все до самого низа. Причем это писали не политики, а это писали люди, которые приходили и на месте от одного министра принимали второй. И все это доложили Иосифу Виссарионовичу, естественно. То есть он понимал реально, что такое вермахт и что такое Красная Армия. Поэтому главной задачей начала войны было спасти оборонную промышленность, которая находилась в западных округах, ценой, которую мы все знаем. Но об этом не принято говорить, потому что, вы знаете, наша жизнь, в ней управляют не специалисты, а люди, которые кому-то преданы лично, да, и за это им разрешают делать глупости. Вот. Поэтому задача была выполнена. Промышленность успели перевести, а потом уже, когда немцы вляпались по полной программе, они поняли, что произошло. Их просто сгребли, как бульдозер сгребает кучу навоза. Так.
И все. Ну, сгребали долго, конечно, потому что воевал-то. Воевали лучшие умы, так сказать, всего человечества. Много их было. Ну, их было, во-первых, много. И они, это самое, воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Вся Европа еще. Это огромное количество боеприпасов у немцев. И к снарядам, и к пулеметам. И считалось за счастье получить немецкий, украсть немецкий пулемет МГ-42, в котором было море боеприпасов. Вот, который позволял решать все боевые задачи легко. Трофейный парадон. Ну, да. Ну, ладно, я очень долго рассказываю. И вот первое чудо, это московское ополчение 41-го года, это то, что вот здесь они остановились, а дальше не пошли. Почему, никто не знает. Никто не знает, почему. Под листопада перешепот палевый, под осенью волшебной торжества. Уходит на войну Москва Цветаевой, уходит Пастернакова Москва. И Репины идут, и гилеровские, торжественный и неумелый старый. И затихают улицы московские, наполнив ожиданием воздух свой. Уходят из страны и опоясаны веселые смешные чудаки. И затихают тополи и ясени, и двери, и трамвайные звонки. Уходят неуемные и скромные все, получившие звание солдат. Ведь сказано: вставай, страна огромная, Садовая, Пречистенка, Арбат. Уходят не за званием, не за славою, а потому что стало нелегко. Уходит Агранович с Акуджавою, Ваншенкин, Исаковский, Михалков. Ведь тех, кто были прежде, перебили. Силу не хватило, веры или ума. Ведь против них сегодня Гёте с Шиллером, и Вагнер, и Бетховен, и Ремарк. Идут волоколамками, таганками, бемоль, санскрит и римские права. И будут их давить под Вязьмой танками, и в контратаках шмайсерами рвать. И мерзлая земля, взрывов мятая, примет творческие их пути. Идут, но все же в мае 45-го Берлину в ополчение пойти. И все. Вот их сейчас выкапывают. Вот тут фотографии, когда будете выходить, посмотрите, пожалуйста. Это вот их сейчас выкапывают под Зубцово, под Вязьмой. Мы были гордостью страны, мы были силой и надеждой. Рождение и смерти между, мы были родине должны. Сигналом боевой трубы звучало лучшую из музык наш выбор жизненной судьбы. Служу Советскому Союзу. Афганская медаль отца и сталинградский орден деда. Сквозь беды все и все победы вели по жизни до конца. Пусть пел порою замполит гораздо слаще, чем Каруза. Хотели мы, и мы могли служить Советскому Союзу. В любой земле, в любом конце, повсюду в нашем славном мире, любого тополя точнее и круче Т-34. Вы извините, я не вру, звучало лучшую из музык. Привыкли мы, что быть добру, служить Советскому Союзу. Мы могли и Китай, и Америку. Утром, вечером, днем или ночью мы гордимся, надеемся, верим. Мы себя этой фразою точим. Мы гордимся, надеемся, верим. Мы себя этой фразою точим. Пусть по душе струится грусть,
что все порой так бестолково, но знаем, брат, мы наизусть слова Сергея Михалкова. И начиналась наша жизнь от головы, а не от пуза. Служил, товарищ, так служит, служил Советскому Союзу. И ты ковбой или плейбой, а я служу Советскому Союзу. Мы могли и Китай, и Америку, утром, вечером, днем или ночью. Мы гордимся, надеемся, верим, мы себя этой славою точим. Мы гордимся, надеемся, верим, мы себя этой славою точим. Служу Советскому Союзу. Когда мы делали что-то хорошо, нас выводили из строя и говорили нам, что ты молодец, товарищ Морозов. А товарищ Морозов прикладывал руку к головному убору, если был, и говорил: служу Советскому Союзу. Ну что, крайняя песня, ветеран, наверное, да, споем, давайте. Он жил во вредную эпоху, насквозь прошитую войной, где то, что получалось плохо, лечилось пулей в основном. Где так стремились к коммунизму, не замечая прочих нот, что начинало кровью брызгать из лязгающих шатунов. Другие приходили годы, сквозь Халхин-Гол и Южный Бук, врывались страны и народы в его звенящую судьбу, дрожало тело от ударов, в атаку педы шли кольцом, и отблеск танковых пожаров ложился менее на лицо. Входили в линию прицелов за высотой и высота, его крушили батареи бетон и крупповскую сталь, и через страны и границы, то навесным, то просто в лоб, вели истории страницы калибрами своих стволов. Да, столько дел он сделал разных, и путь свой собственный тарил. Не просто выполнял приказ, а думал, взвешивал, творил. Не стал ни камнем, ни калекой, привычным схемам вопреки, оставшись просто человеком с мужским пожатием руки. Может быть, мы воевали неправильно, может быть, мы воевали неловко, не успевали всех вытащить раненых и наступали без артподготовки. Верили слепо в теорию книжную, с криком неверным в атаке ходили. Только вот мы победили и выжили. Только мы выжили и победили. Выжили через приказы великие, всех от комрот до товарища Сталина. Мудрые через победы идите, и через крупа и тисына стали, и через русскую неосмотрительность, через немецкую их аккуратность. И нарожали всех вас ускорителей, и перестройщиков, и демократов. Это ведь мы, не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это ведь мы, лет военной огранки. Это ведь мы, просто мы в 45-м. Время летит, как его не стреноживай. Мы уступаем рули в своих лодках. Как вы сумеете, сдюжите, сможете. Время ли вас, или вы его все-таки через премудрости, через нелепости, очередные политиков измы. Хватит ума ли у вас, хватит крепости место свое отстоять в этой жизни. Мы иногда поворчим по-отечески. Только поймите, в бараках или банках, если сумеете по-человечески, значит, не зря мы ложились под танки, значит, не зря были марши парадные. Мертвых живыми пусть души не маются, только бы жизнь была у нас ладная. И все равно, как она называется, это не мы, не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это не мы, лет военной огранки.
это ведь вы, просто вы, 45. Там есть неплохие песни.